команде Virtus Pro. Мальчики сейчас будут играть с нашими Нави парнями. Есть герой такой. Ну, то есть, несмотря на все мои прелести, они вообще не обращают внимания. Парни, можно пообщаться с вами? У нас игра. Сейчас играем. После игры. Ну, вот прям сейчас у вас игра, я знаю, да, чуть-чуть попозже. Ну, а как все-таки конец света отмечать будете? Ну, сначала день рождения друга, а потом уже конец света. Слушайте, говорят, что вы жестче, чем Нави. Не знаю, сейчас посмотрим. Вы так не думаете, да? Вижу неуверенность в твоих глазах. Не знаю, я просто не рассуждаю, кто жестче. Игра все рассудит. А ты рассуждаешь? Нет. Все у тебя цвет волос такой интересный. Тебе тоже нравится? Что именно? Цвет волос твой. Как-то не задумывался. Да, на то, задумывался. Оценивать. А чё, о, у вас еще мальчики. Пойду попристаю. Ребят, как дела? Нормально. Чем будешь заниматься последние часы перед концом света? Я буду играть в доту. Черт побери, все задроты такие. Вы все играете в доту. Говорят реально, что вы жестче, чем Нави. Как ты считаешь? Я считаю, игра покажет. Нельзя ничего говорить без дела. Ну ладно, удачи вам. Ну, вы знаете, как обычно, да? Нави как победит. Обычно. Да, спасибо. Крейзи. Я не могу взять.